بداخل ساتولشون. تولستانی ملی تلویزیا دشما بینده موندهی. تولستانی پایتخت لانکونادا به هنگامی وقتی ساعت 7. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое я болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Чми гирам ябон ян ховон. Пьедаше джоджо дамон бабун, пьедаше халгон бабун, чавон хамма далада бедан, зумандон ян оджизон. مراقی نمکی زوماندون هیچ وقتی پاپه بدنین با اوجیزون چوون سایکو بدنین وی وقتی بابولیشون آمده بابون حتی اوجیز گلا بابولیشان بکو با زوماندی وی وقتی زومان بخشدهی دوارده دا چای گنوکو زوماندی زومانداتی چای یولیتی حتی باوده که اف تیتا جانگی بارده دا برنا تیتا زوماندون اما اوجیزا آدم حتی با دست پوچه بده که ده تهاری زفا بروسنه با زوماندی هر صفحه زوماندی نواده خاربه اده ازرخایی بکنن ده لوو مناتی جوری اشتا جونی پروخنوان ایسانه صفحه با چای دست فرصت اگنه اده او هیچ وقتی فرصتی بافو دودانی اشتا دستو اوما بیواج کرده ده با زوماندی ده میمولی باشر بدنیو دیم اوما روشی که جیزون اشتا بیواجی کرده ده با زوماندی حتی پیداشونه که ده هر جمعی محو بکن مغلوب بکن زومانده ادامو چومچکو چوون جیمونی منو بمدا چاننکی زوماندون جیدن زمینی دیمیسا آنان و جیزون چوون پخلاتی کاشدن زوماندی زمینی دیمیسا ناوه گلیولا دارده دارد بده با جیزون اکسینا خدون کرده با زوماندی گلا زاول چکیده او گلا جانگه ده مغلوبه ده همون روژی او جیز ویاواند کرده ده اید کرده ده چومی گیرم یا؟ بچانده سرون دلده چما بارده ملی اوزودی جانگان گلا جونینا ارگانیزمه. چای دلدن هر وقت زوماندون هستین یعن اوجیزون هستین. زوماندون حتی بناو بارددن چما جنگی. ماز اوون مایان کرددن جنگی مقصدون یعن وظیفون. چایون سفربار کرددن چما خلقی اشتایی دیون گردو. ملی اوزودی جانگده زوماند اشخصون این که اوون دشتا سوودیان آغلی وقتی وقتا دا تایین زندن کرده جنگی نواده مانده وظیفون. ترسدنین آوازیفون اوزوون وارده کن. اوون صوف اوشکو با جمعی دنیو ایلون کردیدن که فلون مرحله دا چما جنگ با په فلون کنکرت وظیفون باورا بروسنن. ماز اوون با جمعی دنیو ایلون کردن که چما جنگی اخون مقصد اوه که چما تولوش خلق حکمان با پی جو ببو پسخته اوزو بیجونی که بسخته تا سابا سوژا دولتی بختبر بختبری بجیش تا دولت دا بس اوجیجون چیچ کرده دن؟ اوجیز چیچ باز نکرده که؟ نه آقل نی نه انتلیکت چای کس سانت انجاق زوماندی پخلاتی کرده چای لنگیش یاده کرده
Жалобуна оджизон чама милио зоди джангада джурба джурин. Чавун гла даста софошко ко кардеда баузо бижони хукмати. Дечай саранджоми хежо пьеда бо ба хич пуч бека чама зумандун бо чама халги карда кон. Чай руада каша захмати. Авон шар гандедан ба чама зуманда мердон ян мойнун. Хежо пьеда шунне авони халги чашу эганда. Чамон махсадаве ки толушон хич башта агалан неван озобижони ку джобе. Эшта сабасужа довлати сохте. Сабасужа толустон чавон ан йола дышмене. Чай номи масяда жиго бзан гулла жайда бажалавони дали. Дамина даста оджизати бавада ки авон хич гла тожа идея ба миён нозне данин. Чавон хич хабашон ни милиозоди джанги элми ку ян таджруба ку. Але авон чио чайо дздедан чама зумандон идеон. Камиши дагиш кардедан авони чайоштан номо байон кардедан авони ба чама халги. Пьедашоне ки де тахари халги бабан штадумо. Ин таси чавон хаммайса йола оджизади бумада ки авонан хич жура габул кардезанедани сабасужа толустон идея. Хежо дод амон кардедан ки хич маса халги пьедашни сабасужа довлат сохте. Аве авон ушта джанги ба ниони бардидан. Хежо пьедашоне ки халги чашу эгандын, ямон а зуманда мердон. Чумы гирамион? Жиго зенедам диароше лозим ни бо намуна. Шума чок зенедашон ки? Бачанда сорон длада хамона оджизон хани неманда гапон жайдабин ба фахрадин меалиме увон. Сосиал шабаконада де джон номи хежо дод амон кардедабин ки хич маса фахрадин меалим озобиджани хукмати джасусе. Байко кардеда, ав толуша халги дошмене, чай махсад, чама халги маф кардее. Ва саир ва иллахир. Эса фахрадин меалим де манге зиндонада. Озобиджани хукмати вганда талаб нома асусада Русия прокурорати органон хапсашон кардав. Шума хон хич глайни ба пешак шупаш небу ки озобиджани хукмати махсад аве ки Фахрадин Миалими де Тахари бастана ай баба боку айо зиндонада мав бкай. Ба мумарагина меки ба Фахрадин Миалими шар ганда хамона оджизан о мердон эса де кондими бешедан ба чама халги хузур. Эштани чокна ба соф ба кардедан. Чума назарада жалавона о мердон ба сио замин дашан чок бабе. Ин таси амруш чума махсад Фахрадин Миалими хахада геш-геши габжани. Чему максат оджизон хахада? Глайян жаго оджиза мобориза бардеда дечама милиозоди джанги. Ам озобижони харум зода довлате. Баврада парсе базнешон ки бо чи ма оджиз вотедан бо озобижони хукумати. Охо ама чок занедамон ки вейз зуман дечама дышмен. Хова башмага бон. Халбата азан занедам ки зуман дечама дышмен. Ама бапе бзнамон ки чи чада чама дышмени зу. Озобиджон чок ябевач гела довлате. Чай номыш хысте, тифанг хысте, топыш хысте, ордуш хысте, лашхарыш хысте, полис хысте, хысуси хадмати органон хысте. Сваума нама хама чок занедамон ки озобиджони хукмати вея пул хысте. Интаси емон хаммач масала анчах игла тарафи. Озобиджони довлати оджизати чай агли, саводи ян интеллекти заиф беада. Чама милиозоди джангада ордушни, на лашхар, на пулышни, на сарват. Амма ама зуман димон дешта агли, саводи ян интеллекти. Чама навада шам мердон дешта агли, саводи интеллекти. Сиосати ян дипломатия ба хич пуч бакарден, озобиджани хукмати зу. Аве амр дола довла де джур ба джура калакон комаги пьедаше мав бка чама наважа ша мердон. Де миян ба чама милли озоди джанги охо бешу. Чим чко озо биджани хукмат чок зареда ки чана ча мердон са саге дынё чама садо маседа ба ма бова кардеда. Чама навада ша мердон ба дынё роснедан чама халги хахи садо. Авон джами дынё ада ифшо кардедан озо биджани довлатиян ча есатна мрдола хукмати. Чами хамам бада руж ба руж бах беда чама дустониян мтафиғон. Авон дастак додан ба чама джанги. Аве озо биджани хукмат ашта дасто ома ха джуран номер датион кардеда ки чама зумандон мав бка. Озобиджани довлатиян чай эсатна хукмати оджизати хежо бамада.
Чем игирам ён? Чем ам ружна гапи молятиан махсаде сам малум бе бошма? Чем а вот ам эки? Ам ружна ружада чама мили узоди джангла юла давина давардеда. Гирам чама хал хамма яво гирда небо чама зуманда мердон гирдо, чаван хаварина кашо, вавада хам чама хал гидла даба оджизон, хаман озобиджони оджиза довлатиан чай оджиза хукмат ваяванд бакарден, ид бакарден. Буан. Хама яво даст ба даст бдамон, имкон мадамон ки бда оджизон ид бкан бошта. Саломат бманда. Хдо сабарз бка чама халги. Бжи чама сабарзаян зуманда толуша халг. Бжи сабасожа толустон. Бжи толустони милли телевизия. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела прикаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука. Мои года, мое богатство, когда-нибудь навелика, подымет детская рука. Мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука мои года, мое богатство. Ознаменован. Здравствуйте! Сегодня наша беседа будет посвящена истории монгольской династии Ильханов, правившей в Иране в XIII-XIV веке. После завоевания Средней Азии и Ирана монгольские войска Чингисхана вернулись обратно в степи Монголии. Для сбора дани и управления захваченной территорией был назначен мусульманин Махмуд Ялавач, уже давно служивший у Чингисхана. После смерти в 1227 году Чингисхана новым каганом, верховным ханом всех монгольских владений, стал Угедей, который правил до 1241 года. Угедей в 1229 году отправил в Иран новые войска с приказом добить, наконец, Джалаледдина
Хорезмшаха. Но он Чормаган разбил войска Хорезмшаха. А с 1231 по 1239 год он занимался разорением Грузии, Армении и Ширвана. После Чормагана, назначенный на его должность Ноён Аргун, разбил сельджукидов Рума при Кеседаге в 1243 году, но не смог захватить Багдад и крепости исмаилитов. И вот эта задача, уничтожить исмаилитов и взять Багдад, была возложена на хана Хулагу, которому в 1254 году на Курултае всех монголов поручили возглавить новый поход в Иран, Сирию и Египет. Два года в Средней Азии, в Восточном Иране, в Хорасане и Мазандаране строили мосты через реки, готовили фураж, продукты по пути следования армии, делались припасы для всей армии Хулагу. Из каждого монгольского рода ему было выделено по два воина. Таким образом, как и Бату-хан, армии, хан Хулагу для своей армии набрал 60 тысяч монголов. И плюс по пути следования монголы присоединили к себе еще примерно 20 тысяч тех кочевников, которые попадались им на пути. Там был смешанный состав, попадались и карлуки, и караханиды, и каракитаи, и различные иные кочевнические племена. Как только войска Хулагу пришли в Иран в 1256 году, он тут же осадил крепости исмаилитов. Старец Гор, глава исмаилитского государства, был убит, а его сын и наследник Рукн-ад-Дин Хуршах вступил в переговоры с монголами и за сохранение ему жизни сдал крепость Аламаут и Меймандиз южнее озера Урмия. Но монголы не сдержали свое слово. По пути в Монголию Рукн-ад-Дин Хуршах был убит его охраной. Всего войска Хулагу разорили 40 крепостей исмаилитов. Казалось, они навсегда покончили с исмаилизмом. Но с этого времени исмаилиты бежали и стали вести тайную, скрытую жизнь и сохранились до наших дней. С этого времени государство исмаилитов прекратило официально свое существование, но сами исмаилиты на несколько столетий ушли в подполье и вели жизнь в подполье. Затем наступила очередь Багдада. Монголы осадили его, а халиф не заплатил своим войскам для того, чтобы воевали они против монголов. В результате в феврале 1258 года, после трех месяцев осады, войска Хулагу ворвались в Багдад и целый месяц жгли, грабили и убивали этот огромный город 600-тысячным населением. По приказу хана Хулагу, захваченного в плен халифа Аль-Мустасима, затоптали конями, и халифат прекратил свое существование. Вся семья халифа, без различия пола и возраста, была вырезана монголами. После этого армия Хулагу направилась в Сирию. Здесь покорность ему изъявили киликийский царь Хетум, сельджукские правители Иконии, цари Грузии и Ширваншахи. Ограбив Дамаск и Алеппо, войска хана Хулагу направились в Палестину. И здесь в 1260 году состоялась решающая битва с мамлюками Египта. Мамлюки выступили через Синайскую пустыню и оказались в Палестине
в то время, когда монголы не ожидали встретиться с ними. На границе Палестины их уже ждала армия монголов. И здесь, у города Айн-Джалут, монголы уступили в сражении. Но их было намного меньше, около 40 тысяч. А армия мамлюков насчитывала почти 60 тысяч воинов. После этой битвы границей между государствами хулагидов и мамлюков Египта надолго стала Палестина и Южная Сирия. Хотя мамлюки все время нарушали эту границу своими рейдами в Сирию и Киликийскую Армению, но эта граница все-таки соблюдалась относительно долгое время. В 1291 году монголы уничтожили последние владения крестоносцев в Палестине. Уже в 1261 году хан Хулагу был признан Ильханом, улусным ханом, в ставке Верховного Кагана в Каракоруме, в Монголии. Но ему было указано, что страны Южного Кавказа, Грузия, Ширван и Армения, по завещанию Чингисхана, должны принадлежать потомкам Батыя, то есть Золотой Орде. Поэтому их следует передать ханам Золотой Орды. Хулагу хан пообещал очистить эти территории, но на самом деле он и не думал этого делать. Уже в 1262 году начались долгие войны хулагуидов и ханов Золотой Орды. Войска Золотой Орды вторгались в Ширван, Армению, Северный Иран и разоряли их неоднократно. В Первой войне 1261-1262 года войска хана Хулагу потеряли контроль над Ширваном и Дербендом, которые были заняты ханами Золотой Орды. В 1265 году хан Золотой Орды Берке вновь вторгся в Ширван и Армению, но во время похода он неожиданно скончался, и монголы с севера ушли обратно в степи Поволжья. Надо отметить, что уже в 1263 году хан Берке отправил к мамлюкам в Египет посольство с предложением союза и одновременного выступления против хулагуидов. Позже ханы Золотой Орды неоднократно пытались установить союзнические отношения с мамлюками Египта, но это плохо удавалось. С 1265 по 1282 год у хулагуидов правил сын Хулагу, Абака хан. При нем войска Золотой Орды вторглись снова на Южный Кавказ, но Абака хан сумел оттеснить их за Дербент. Укрепилась власть династии хулагуидов только при сыне Абаки, Аргун хане, который правил с 1284 по 1291 год. При нем в гражданскую администрацию были привлечены чиновники из персов, а при дворе хана в столице Сулеймание появились поэты и историки. Абака хан стремился подражать древним доисламским правителям Ирана. Разорительные походы войск Золотой Орды на Южный Кавказ тем временем продолжались. Хулагуиды не могли справиться с войсками Золотой Орды и с очень большим трудом удерживали границу при Дербенте. Ильханы долго не принимали ислам, а население их государства было в основном мусульманским. Поэтому им все-таки пришлось в 1303 году при Газан-хане принять ислам в качестве государственной религии. При Кейхату-хане в государстве хулагуидов появились первые бумажные деньги. Кейхату-хан объявил полное равенство всех религий. И это очень не понравилось его вельможам и чиновникам, особенно учитывая то обстоятельство, что многие монголы из знатных родов к тому времени
уже стали мусульманами и не одобряли действия Ильхана. Он был убит у себя во дворце. После Кайхату хана на престоле Хулагуидов утвердился Газанхан. Он предпринял широкую программу реформ и за 9 лет своего правления сумел укрепить государство. В проведении этих реформ ему помогал первый визирь двора Хулагуидов Рашид ад-Дин Фазлуллах. Перс Рашид ад-Дин значительно укрепил администрацию. Вместе с ним пришло много персидских чиновников во все органы управления государством. По предложению Рашида ад-Дина Ильханы раздали имение в Икта всем монгольским командирам армии. Налоги крестьянам уменьшили, но никто теперь не имел права их не платить. По указу Ильхана крестьянам, раятам, запретили покидать свои селения. Отменили налоги на постой войск и на содержание лошадей. На 3 года всех крестьян освободили от всех налогов, если они поселялись в заброшенных или новых, вновь основанных деревнях. Поощрялась передача земли вакф. Газан хан ввел и новую монету – серебряный дирхем весом в 2,15 грамма. А 6 серебряных дирхемов приравняли к 1 золотому динару. Все реформы Газанхана приостановили, но они не смогли совершенно ликвидировать начинавшийся кризис государства Ильханов. Уже при его преемнике Олджейтухане, который правил 12 лет с 1304 года, были возведены новые крепостные стены вокруг Султания. Он обратил внимание на восток и дважды совершил походы на Герат в 1306 и 1312 году. Он же пытался через долину Кабула вторгнуться в Северную Индию, но эти походы не привели к большой добыче. Олджейтухан сам раздал мельницы и мастерские вакф и поощрял своих подданных к тому же. При его наследнике Абу Саид Хане, который правил с 1316 до 1335 года, снова возобновились походы войск Золотой Орды через Дербент, а мамлюки Египта в 1320, 1325 и 1327 году вторглись в Сирию и Киликийскую Армению и разграбили их. А Ильхан не сумел отразить эти вторжения. Некоторые историки считают, что со смертью Ильхана Абу Саида в войне против Золотой Орды династия Хулагуидов в Иране пресеклась. Однако в разгоревшейся борьбе за престол между различными группировками они продолжают сажать на престол представителей боковых ветвей этой династии. В этой борьбе выдвинулись джелайриды и чобаниды. С 1335 по 1336 год на престоле сидел Хулагуид Арпа Каюн хан, а фактически правили уже джелайриды. Его сменил Муса хан на несколько месяцев. Джелайриды сообразили, что для победы над врагами им нужна помощь вчерашнего врага, Золотой Орды, и они обратились к ней за этой помощью. Правда, не совсем понятно, на что они рассчитывали, и в будущем, как они собирались избавиться от войск Золотой Орды, если вдруг золотоордынцы займут весь Западный Иран, Ирак и Кавказ и не захотят оттуда уйти. Ведь если бы Золотая Орда уничтожила всех врагов хулагуидов и джелайридов, то почему бы она не смогла бы прямо присоединить к своим территориям все, что занято ее войсками, а не передавать им всю эту страну до Персидского залива
слабой династии Джалайридов. Возможно, можно предположить, что Джалайриды считали, что Золотой Орде невозможно будет управлять такими далекими от нее территориями. И на это расчет, может быть, и был, но это все-таки очень слабый расчет. Уже в 1338-1339 году на престол была посажена Сатибек, дочь Олджейтухана. Она была ставленницей чубанидов, как и сменивший ее в 1339-1344 годах Ильхан Сулейман хан. А вот со смертью правителя Мазендарана и Хорасана Тугай Тимур хана в 1353 году действительно прекратилась вся династия хулагуидов в Иране. В годы правления Тугай-хана земли, подвластные хулагуидам в Иране и Ираке, уменьшились до города Султания, района города Рея, до Гиляна и Мазендарана. И именно в границах их владений зародилось движение сербедаров, которых Рашид ад-Дин в своих исторических трудах презрительно называл оубаши, то есть самое низкое сословие, презренные. Но созданные сербедарами маленькие государства в Мазендаране угрожали монгольскому государству в Иране. Поэтому по совету визирей Тугай Тимур хан решил одним ударом покончить с ними. Он пригласил на пир и мирные переговоры 300 знатных вождей сербедаров. Но все произошло с точностью до наоборот. Сами сербедары догадались о заговоре против них, и в разгар пира они извлекли свои кинжалы и сами набросились на монголов, на Ильхана и его вельмож. Так был убит Тугай Тимур хан, последний хулагуид, и род Ильханов, хулагуидов в Иране, на этом прекратился. Надо отметить, что многие монголы после этого покинули Иран и бежали в степи Средней Азии. Владения последних Ильханов через несколько десятилетий были захвачены войсками Тимурленга и стали владениями его потомков. Спасибо за внимание.
Чема Азиза Байон Ян Ховун. Амруш Лейла Додог Габаже Бошма Глай Марагина Раса Хахада. Амраса Хам Гешгеши Окудодан Табу Батада, Хаманчу Дынё Вей Халгон Парасиш Кардедан Бай. Чема Регионни Кали Халгон Анхастин Чавондалада. Чераса Ном Мандрагора Е. Мандрагора Бодамджонни Семоннао Захиина Алафи Номе. Ам Алафи Мистик Номыш Бекарда Кали Халгон Далада Имина Нубада Бачай Хото Ки Чумчуко Чанда Гла Молиджа Хусусиатон Нуш Хсте. Ам Алафи Гешгеши Окудодан Халги Табобатада Бо Хуни Тазиги Ян Табларзи Сару Эганде. Дожи Брние Хунше Навигате Хаман Чумин Тожни Газина. Интаси чмон хамайсан вей одамон мандрагорашон инсони ба шахват варда восита газина вей пьеда. Ав комак кардеда ба мойнон ки авон ба агыл бманден. Ча алафи маз им кейфияти ишта аксыш пайдо карда чай фарси звонада ба номада. Фарси звонада бай вотедан мехгия, яне эшхе алаф. Амян бовотам ки библияда хаман алафи номи окудодан маз ба мануада. Юнани звонада мандрагора номи этимология маалум ни бама. Ама жиго хисаб кардидан ки юнани звонада хамон сахан ба амалома эрмани звонада ба мандрагор саханику. Мандрагора мион заминон дио кано бема наркотик расае. Ав бнарагина расае. Бана бумасефи. Чай рагон мандедан ба одами фигури. Кали халгон жиго хисаб кардидан ки мандрагора одами пусти рангадай. Жиго хисаб кардидан ки мандрагора ба шав акси виски додан. Аски виски дойда. Чай ливон мандеда ба нгаранги. Амма глай одам бай нез оменджан ав ниё беда замини жияда. Ай садо кардеро замини жио беше маджбур кардеро лозиме бай пешанды ды се гла жена чумин. Эхана мандрагора рах ришо бекош замино ав жиго вотедан ки жиго зызда зика жайда ки чай бекарда каз хежо айоан мардеда. Одамон нмарден вотайна ба мандрагора тикай ов пешандедан. Де жия да бастедан чай пуза ба спа ян ки бзи гий. Хамон спа я бзи ды се руж ваши огатедан. Мандрагора ба чавон гий да басте ба пешта окриедан ба кано. Яли я еми нишо додан ба вашия хавони. Аван бекардеда хамон раса замино. Витеда шта ямиса. Мандрагора че ишхи магия асос воситон глайние. Кали халгон жиго хисаб кардедан ки ав хам одами шахвати зуманд кардеда хаман гирам де агли окобдош бабада мерди я жени длада мехибат пеловнеда. Де мақсади джандор овсин кардеда одами. Аве ба мандрагора вотедан ишхи рах. Саломат бумандан. Чому хосат холушон. Саломи цари так ек мастен сиро. Гугуж ерчер екери инц капца холске бол. Я саломи цари так ек мастен сиро. Гугуж ерчер екери инц капца холске бол. Чахел хокул самарду, кабир бахти камарду. Ери ердингин застол, шоу-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 
ağları biter Kez ocak ıskıtanın dolpestan çıkar Kulis silah yeşune mayıs sarı biter Kez ocak ıskıtanın dolpestan çıkar Cahil okul samar edu kabir vakti kamar edu Yeri yekin gizas bol çoğu çağo Çoğu çağo
razor Art agresiv și avatar La încompășirea coronei ce mi-i matar Vrăji, vrăji, palași stot La încompășirea coronei ce mi-i matar Vrăji, vrăji, palași stot Vrăji, vrăji, poc și-mi poita La-n combă și la-n coronei ce mi va ta